Ой, ребятушки, реально, я записываю это видео 13 апреля, потому что других вариантов нету. Хотел все это сделать позже, нету времени у меня сегодня, я стрим должен делать, еще должен был позаниматься своим сервером на Майнкрафте, в Майнкрафте, а не на Майнкрафте, ёпта. Но тут сейчас все поймете, я вам объясню. Тут у меня вариантов, шансов других нету. Как вы знаете, я один день профукал в этих акциях в шарике. Шарики, херарарики. Ребята, это по-братски, если лайк поставите, заварите пельмени, буду вам весьма благодарен. Идем дальше. Смотри. Профукал один день, потому у меня вся движуха с шариками, она происходит намного позже. И как бы я не знал, какая там последняя награда. Кто смотрел видео прошлое, там, где я донатил, посмотрите. Вот, возьмите и как бы даже это видео включите на паузу, идите то посмотрите, возвращайтесь сюда. Будет вам интереснее, потому что, судя по всему, тут складывается какая-то такая полноценная история. Сегодня мы будем открывать ништяки. И реально нету времени, но вынужден все это дело записать. Так, тут я получил награды с ежедневных этих там, короче, похуй. Вот, короче, откуда я что получил? Смотрите, я донатил, участвовал в безумном магазине, добил там еще плюс 40 осколков Леди Божества. Помимо этого, смотри, у меня еще есть вот такая вот карточка в размере одной штуки. И самый прикол, самая обидная вещь заключается в том, что из этой карточки мне, по сути, нужна только Леди Божество. Вот. Но если мы заходим в акцию под названием фонарики-херарики. Смотри, жмем сюда пожелать. Мы можем выбрать 70 осколков божества. То есть, грубо говоря, если мы не выбьем с карт это все дело, вот, то мы можем как бы отсюда забрать, и у нас в любом случае будет леди божество. Потому есть смысл открыть ништяки, открыть карты и тогда уже принимать решение. Хотя, опять же, с другой стороны, посмотри, здесь еще три карточки, да? То есть, и я не могу. Не понял. Я же донатил. Что за говно? Вы че? Так. Ладно, короче, что-то меня сейчас, походу, начнет бомбить. Ладно. Ладно. Секунду. Короче, в любом случае, я сейчас могу лохануться. Ладно, давайте. Все, я уже ничего не соображаю. Бред полнейший. Давай открываем ништяки. Молча. В любом случае, я могу обосраться, то есть. Вот, понимаете? В любом случае могу обосраться. Просто смотрите, если мне выпадет Леди Божество из карточек, то я могу выбрать другую награду, а не осколки этой бесполезной Леди Божества, да? То есть у меня как бы. А сейчас будет обидно, если я заберу Леди Божество. Заберу Леди Божество, друзья. А потом она мне из карточки выпадет. Это будет прям вообще шок. Тогда. А, слушай, а походу я сейчас вообще ничего не заберу. Потому что все, сука, заглючило, и мне не дает забрать награду. Хотя я донатил под это все дело. Жесть какая-то. Так, давай открываем. Ох ты ж, божечки ты мой. Ладно. Ничего, у нас, кстати, камни пламени попадают. Следующее будет видео, судя по всему, с прокачкой силы. И, надеюсь, Леди Божества. Там с этими шариками тоже непонятно. Один говорит, что нужно донатить только после того, как ты откроешь все шарики. А кто-то говорит, можно задонатить в самом начале и потом все это дело забрать. Сейчас он мне пишет, что я не могу это забрать, потому что мне надо задонатить. Хотя, по идее, я не могу забрать из-за того, что я не открыл все шарики. Что я уже сам запутался и вас запутал. Так, ремка упала. А мне нужна маскировка, она не упала. Падла такая. Падла. Падла. По-другому и не назвать. О, божечки. Скиночки на стрелка. Так, давай это тоже открываем. Лучше бы отсюда скины зданий падали. Ну, еще потом, когда буду прокачивать силу, можно будет проверить все эти скины. Может, что-нибудь да-да-да-да-да добралось, но не факт, не факт. Мои милые друзья. Далее, что у нас получается? Так, у нас тут 6000 камней прикольных.
Отсюда что у нас падает? О, скин здания. О, божечки, так неожиданно и приятно. А маскировка нам снова не упала. Да, печаль, беда. Так, здесь мы открываем. А может, я и зря сегодня это видео записываю. Ну, ладно. Выложу-то я его в любом случае в другой день. Короче, какая-то ненормальная ситуация. Так, вот эти камушки, это хорошо. Вот их мне постоянно, походу, не хватает. Созвездия карточки тоже замечательно. Дальше. Открываем этот сундучок. Так, открываем этот сундучок. Вот было бы сейчас идеально, если бы с одной карточки мне выпало Леди Божество. Но этого же, конечно, не будет. Выпал Бард. Интересно. Отсюда мы ждем мастера рун. Кто-то говорил в комментариях, что нужно открывать сразу все карты. Давай. Нет, он не выпал. Мы чему-то удивлены? Конечно же нет! Ладно, теперь, смотри, как у нас все тупо и странно получается. То есть, я бы мог сейчас, смотри, фонарики желаний. Там я могу пожелать 166 единиц самоцветов. То есть, этих банок 166 умножить на 50, итого у нас получается, это 8000 самов. Но я этого, конечно, сделать не могу. Также я мог взять 30 осколков мастера рун, вот, которого у меня нет. Но я тоже это сделать не могу по той причине, что я получу, конечно, 3 эти донатные карточки, но хер ли от них толку? Потому что, как назло, эта коза может взять и не выпасть. Понимаете? Она может взять и не выпасть. А если я сейчас... А она не выпадет. А если я ее возьму, то она обязательно выпадет. То есть, ну тут хороших два варианта. Это вот осколки мастера рун или, к примеру, самоцвета. Ну, для контента, наверное, было бы самое лучшее. Для вас интересное. Вот, для контента для вас самое лучшее, интересное. Взять и выбрать что-то другое. К примеру. Так, что здесь у нас? Три донатные карточки. Блин, я не знаю. Для контента лучше сейчас выбрать что-то другое. И чтобы было интересно вам смотреть, что мне выпадет с этих карточек. Так, мастер рун у меня тут 30 осколков. Но он как бы он тоже рано или поздно возьмет и выпадет. Опять же, Леди Божество, по идее, я могу ее потом, если что, на крайняк. На крайняк взять и докупить. Ну тут, кстати, хороший набор, говорили, будет говно. Так. Теоретически могу докупить 20 осколков откуда-то, а могу не докупить. Понимаете, в чем фишка? Я даже не знаю, что лучше делать. Опять же, если я ее сейчас не выберу, вы же меня тоже... С одной стороны, если я сделаю один выбор, вы меня засрете, что я делаю для вас неинтересные видео, нету там экшона. А с другой стороны, если я, к примеру, выберу что-то другое, вот, и как бы мне это Леди Божество не выпадет, то вы меня тоже засрете и скажете, вот ты лох. Я даже не знаю, что делать. Понимаете? Вот в чем проблема. Ну давай, вообще мы тут разглагольствуем, а по факту, мне могут вообще не дать награду. Это же IGG. Ну давай пожелать, что делать? 30 осколков этого дерьма. Или Леди Божество. Или 8000 самоцветов. Которые тоже не будут совсем лишними. Почему я не могу взять и заранее забрать эту награду? Ну твою же дивизию-то, а? Чё мне толку от этих донатных карточек-то, а? Слушайте, а когда я искал легкие пути?
Погнали. Желание загадано. Так. Это я забираю. Это я забираю. Это я забираю. Все для контента, ребят. Можете писать, что я лох тупой. И вы будете правы. Но вот это реальный показатель. Что нужно... Ну, как бы... Это реальный показатель, грубо говоря, того, что... Ёперный. Все для вас, пацаны. Чтобы вам сейчас было интересно смотреть, как я открою эти три карточки. Да. А мог бы у меня сейчас быть новый герой. Понимаете? Ну, а что, кстати, в Собери сам, может быть, продаются эти осколки. Так, ну здесь, конечно же, эти осколки не продаются. Я уже давно не был в Собери сам. Тут дуэлянта осколки продаются. А тут... А, слушай, я, если что, могу ее здесь купить. Как раз недостающую. Вообще, по факту, я мог бы здесь себе докупить. Вообще, наверное, надо было осколки мастера рун брать. Блин, ну ладно, хер бы с ним. Окей. Я вообще сделал... Блять, я не знаю, что я делаю, короче. Я надеюсь, главное, ребятушки, чтобы вам было интереснее. Так, ну вот они, три карточки. Говорили они, надо открывать их все сразу. Давайте откроем. Та-дам! Кто лох? Князь лох. У-ху! Кто не рискует, тот не сосет хуй. Да, деточка. А зато 63 тысячи самоцветов у меня есть. Да, да, подожди, сколько у меня тут этих, блядь. Сколько у меня камней пламени так накопилось-то. А вот что интересно, я же сундуки всякие открывал. 7 тысяч. Блядь, что это вообще такое? Да, лоханулся. А самое интересное, у меня нету сейчас 800 рублей, да, чтобы ее... Чтобы ее взять, короче, взять ее, блин, за шкирку, за ее сисюсечки и забрать ее оттуда. Вот, потому что у меня карточка, которая привязана к этому аккаунту, она сейчас пустая. Вот такое вот видео. Я надеюсь, вам было интересно. Вы это все дело оцените лайком. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Я решил рискнуть. И рискнул. Вот. Сами думаете, рисковать ли вам или не рисковать. Всех целую в попу, всем пока.